Так. Всем привет! И вы на канале. Что это Дедушка Мороз нам принес? Распаковываем. Да. Да, распаковываем. Распаковываем. Давай, ну-ка, Бекоша, вот эту. Вот эту давай в руки. Аккуратно не уроните. Что такое? Ну-ка рвем, рвем, рвем. Так. Так, 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 распаковываем. Подождите, распаковываем. Что распаковываем? Что же там? Не уроните. Тяжелое. Так. Да. Распаковывайте здесь. Давай на пол. На пол ставьте. Аккуратно, тяжелое. Распаковывайте. Да, да, давайте. Вот, вот здесь. Бекош что-то оставил. Снимаем. Все снимаем. Так. Так. Дедушку Мороза поймали. Хотел убежать. Вы представляете? А мы спросили, это для кого? Ну-ка. Так. Ложим, ложим, ложим. Нет. Давайте. На одну сторону пока под. А? Так. Так, так, так. Это что такое? Это Дед Мороз принес подарок. Да. Так, открой сама. Там, смотрите, что распаковала Адалинка, так? Адалинка сама тут распаковкой занимается. Какие-то куколки. О, они Моня. А? Да? Вау! Что же здесь? Ну, ты довольна? Да? Да. Вот. Так. Все довольны? Что же там? Здесь, здесь. Подождите, подожди, Галю. Вау, домик! Дом! Большой дом! Поздравляем! Поздравляем! Молодцы! Класс! Все? Давай. Бекоша, это домик, домик для вас двоих, и вот это вы одна игрушка тебе, одна ей. Потом выберите. Так. Подождите, там завязанные же. Все. Так. Открывает подарок. Так, Бекоша. Ну-ка, что у Бекоши? Что у Бекоши? Рви, рви, рви. Просто рви. Вау! Ничего себе, что это такое? Это тюбик. Да. Смотри, тюбинг, это тюбинг. А что такое тюбинг? А? Ну-ка, открываем. Открывай. Кто знает, что такое тюбинг? Бекоша, знаешь, что такое тюбинг? Типа на дулочке, да? Ну, вытаскивай, я не знаю. Так, это что такое? Это покрышка какая-то. Так, это что у нас? Доставай, доставай. Доставай, доставай. Опа-на! Это у нас... Ну-ка, доставай. Тяни, тяни, тяни. Какой большой, обалдеть. Нифига себе. Нифига себе. Его надо накачать. Завтра накачаем, да? Да. Завтра будем кататься на баллоне? Ага. Мунту накачиваем, засовываем внутрь, и получается... Туда можно всех посадить. Да, он выдерживает до 100 килограмм. Тяни, тяни, вот она. Будем ее надувать, она надуется и будет вот такая вся. Классно? Все, это твой подарок. Это Дедушка Мороз тебе подарил. Так, все? Все довольны, дети, подарками? Да! Все? Да? Давайте. Так, убираем пока вот этот баллон в сторонку неси. Давайте строить. Мама, мама, моя дочка. Она моя дочка.
И эти мои дочки. Вот это ваши дочки? Там еще внутри вроде кукол. Я сейчас посмотрим, подождите. Потом она в рот заскинет. Аккуратно, да, ножик аккуратно. Не подходи близко, отойди, дочек. Куда как запаковать? Вау, у нее какая маечка. Покажи куколку. Вау, какая куколка. А куколка у нас еще и плачет. Красивая. Да ладно, куколка разве плачет? Вот это плачет. А та? Только у одной, по-моему. Да? Вон Ляля твоя плачет. Ока. Ну-ка, покажи. Дай-ка посмотрим. Бабка сейчас... Нет, даже да? Это, не надо, не трогай, вот эти не сломай. Все, ладно. Потом сейчас, папа... Сейчас. Ты проверила? Да, на, да. Держи куколку. Куколку в сторонку туда поставьте. Давай. Все, давайте я буду складывать. Давайте, я убираю это. Так, я убираю пока. Да? Пока убираем? Да. Ребята, смотрите, какой мы сделали домик, соврали. Классный. Что у нас здесь есть? Балкон. Еще что есть? Еще есть кроватка, да? Дочь, это кроватка? Кто-то лежит там, да? Кроватка, балкон. Здесь у нас кушают детишки. Так, да, что-то они делают у нас. Также у нас что здесь есть? Стол внизу для гостей. Также у нас здесь есть шкафчик, да? Да. Алло. Хорошо. Дотя, алло, говорю. Дотя, как настроение? Какой домик? Понравился вам домик? Вот сейчас. Да. Сейчас. Вот это вот сейчас все с ним. Ванна даже вот такая есть. Ванна, смотрите. Можно лежать в ванне и в окошко смотреть. А еще есть вот такой унитаз есть. Настоящий унитаз. Ой, да? Да. Что там ой, есть? Ой. Еще никто не ходил в туалет. И я не да. Еще есть у нас еще. Еще здесь дверца есть, которая открывается, и можно в раковине что-то положить там. Порошок. Ля-ля-ля-ля. Да, еще один маленький домик у нас. Да, Дотя? Вот такой домик мы приобрели для наших девочек. Вот, а еще что у нас есть? Это пирог будет следующее наше видео. Пирог в лицо. Мы будем играть с вами вместе, ребята. А сейчас обязательно подпишитесь на наш канал. Ставим лайки. Ставьте лайки. Лайк. И что еще? Жмите на колокольчик, чтобы первыми узнавать о наших видео. Да? Да. Жмите на колокольчик обязательно. Переходите в наш инстаграм. Да, у нас инстаграм как? VID официал. Точно. Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Нам это очень важно, ребята. Ну а что теперь? Ой, какой платьишко, у тебя тоже лол? Да. Ой, ну у тебя все, домик лол, платье лол. Все, молодец. Могу и переставить. Ребята, помните нашу карту желаний? Карта желаний, которую мы на нашем первом видео делали и с вами ее рисовали. Ребята, сейчас у нас было желание у Айлинки. Она хотела машинку, хотела чемоданчик лол, домик лол. Вот он, пожалуйста, домик для нашей девочки Айлинки. И еще одно желание мы выполнили в этом году. Закрашиваем домик лол. Вот так мы это делаем. И у нас еще одна победа. Правильно? Да. Да. Так. Вот так, ребята. Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, жмите на колокольчик, он находится вот здесь, внизу, правильно. И будете первыми всегда узнавать о всех видео, которые выходят на нашем канале. Ребята, ну а я не прощаюсь, мы пока празднуем Новый год. Пока.